Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Будемо говорити про Олімпійські ігри 2016 року. Гостем нашої студії є народний депутат України Денис Силантьєв, який щойно повернувся із Ріо. Ну і принаймні розкаже нам всю картину, яка на сьогодні і представлена українською командою, і не лише на Олімпійських іграх. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго на сьогодні в українській скарбничці 5 медалей, 5 нагород, 4 срібла і 1 бронза. От на вашу думку, як ви загалом оцінюєте ці здобутки? Ну, в общем-то, слабые. Слабые, почему? Потому что по сравнению с теми играми олимпийскими, которые были до этого, взять тот же Пекин или Лондон, то у нас было на одной Олимпиаде 23 медали в Пекине, в Лондоне было 27 медалей. И по итогам, по результатам итогов Олимпийских игр мы были в Пекине на 11 месте в командном зачете, в Лондоне были на 17 месте. Сегодня у нас на сегодняшний день мы занимаем 50 место. А чем, власне, пояснить такие низкие результаты? Вы знаете, Олимпийские игры – это как лакмусовая бумага, которая показывает отношение страны к развитию и популяризации физической культуры и спорта в стране. Вот. И спорт высших достижений – это как пик или там верхушка айсберга. Вот. И мы видим, что эта верхушка айсберга на сегодняшний день начинает разрушаться. Потому что каждые Олимпийские игры, я по себе знаю, потому что много лет был в спорте, там 25 лет я провел в спорте, и я участвовал в 4 Олимпийских играх. И я по себе могу сказать, что каждый раз Олимпийские игры проходили, знаете, на авось. Авось пронесет, авось все будет хорошо. Ну, выходит, что это авось раньше спрацевывал. Да, раньше он работал. Почему? Потому что нам оставалось то наследие от Советского Союза, которое богатое наследие, которое у нас было. Я продукт от советской системы, еще тех людей, которые взрастил Советский Союз. Так же, как и многие другие спортсмены. Теперь эти спортсмены начинают заканчивать свою спортивную карьеру. И нету такой преемственности поколений. То есть сейчас те спортсмены, которые растут, они растут в тех условиях, в которых ну, невозможно сражаться и побеждать на мировом уровне. Вот. Многие спортсмены уезжают, а уезжают не из-за того, что они там гонятся за какими-то огромными деньгами или какими-то суперусловиями. Нет, они просят элементарного. Дайте нам условия. Вот та же гимнастика спортивная. Я когда общался с гимнастами, они говорят, что мы тренируемся в таких условиях, что боимся каждую тренировку себе что-то сломать. Потому что нет ни ковра, нет нормальных тренажеров, а этих спортивных, вот там козла, брусьев и тому подобное. Вот. Я знаю, что на сегодняшний день им закупили там ковер и новое оборудование, но это было куплено буквально за несколько месяцев до Олимпиады. Но это неправильно. Вот. И теперь мы видим такой результат, когда не создавать условий, знаете, вот как говорил мой тренер, спортсмены, чемпионы в хлеву не рождаются. Для них нужно создавать условия. И начинать это нужно с массового спорта. Мы видим сегодня тенденцию такую, что те страны, которые вообще никогда, ну не то что никогда, а там единицы спортсменов показывали хорошие результаты, такие как, там, я имею в виду летние Олимпийские игры, там Канада, Китай, Япония, вот, другие страны, они, если раньше прорывались в там, куда-то в финалы, либо в призы, то это были исключения. Сейчас это как правило. И это результат той политики, которую много лет вела государство. От массового спорта к спорту высших достижений. Вот, они сначала боролись за то, чтобы у них как можно больше людей занимались физической культурой, спортом, детей как можно больше занималось. Для этого развивалась инфраструктура, для этого создавались условия. И, пожалуйста, оттуда уже произошел результат и на Олимпийских играх. То есть они сделали здоровую нацию, и они теперь отстаивают престиж и честь страны, на весь мир показывают, какая у них самодостаточная страна, какие здоровые люди там, и как люди -то могут отстаивать честь страны. У нас же наоборот. То есть, насамперед, мають бути створені матеріальні умови, хоча б тренувальні майданчики для усіх видів спорту. Да, потому что пускай мы сейчас потратим время, там, 8 лет, да, или, там, или 12 лет на то, чтобы мы обеспечили как можно больше доступ детей к спортивным объектам, чтобы мы построили ту спортивную инфраструктуру. То есть сегодня нужно вкладывать вот это молодое поколение в детей, власне, насамперед для того, чтобы уже там років через 10 чи раніше вони поїхали в Олимпиады, да, давали реальные результаты для Украины. Да, даже, знаете, если
пускай не будет там какого-то взрыва результатов, да, но во всяком случае вырастет плотность этих результатов, потому что на сегодняшний день мы видим тот же недобор спортсменов, потому что если раньше на Олимпиаду ездили там по 230, да, 250 спортсменов, то сейчас поехало 206 спортсменов. Вот. Плюс коэффициент полезного действия. Из этих 206 спортсменов мы видим результат. То есть у нас на 206 спортсменов на сегодняшний день 5 медалей. Вот. Причем ни одной золотой. Тоже Косово, да, непризнанная республика, имеет золото. У нас этого нету. Ви говорите про те, що кількість, чисельність нашої олімпійської збірної зменшилась. Власне, це пояснити тим, що нема можливості матеріально поїхати на Олімпійські ігри, чи просто реально не підготовлені спортсмени? Нет, дело в том, что оплачивает, там, приймающая страна оплачивает там нахождение на этих Олімпійських іграх. Да? Нужно только оплатить билет. Вот. А если конкретные результаты, которые нужно выполнять и ехать на Олимпиаду, то есть все тут очень просто. Спортсмены на сегодняшний день не могут даже, получается, выполнить результаты, потому что они действительно... Тут в Украине они не дотягивают до этих результатов для того, чтобы поехать на Олимпийские игры? Да, результаты очень сильно выросли. Это первое. Второе, мы видим сейчас, я во всяком случае знаю ситуацию, которая была в легкой атлетике, когда... был отбор на Олимпийские игры на открытом чемпионате Киева, где были явно завышенные результаты. Вот. И сегодня мы видим, что по легкой атлетике у нас вообще нету никаких медалей. Вот. Легкая атлетика началась, правда, не так давно, буквально там три дня назад, но тем не менее, если у нас будет хоть одна медаль, это будет уже хорошо. Вот. Опять-таки, Олимпийские игры – это еще повод для того, чтобы, знаете, это как повод для того, чтобы, может быть, толчок или причина для того, чтобы начать все-таки обращать внимание на здоровье нации. Почему? Потому что на сегодняшний день мы вымирающая нация. У нас мы бьем рекорды по уровню смертности, по уровню распространения онкологических заболеваний, СПИДа, по уровню детской преступности, детского алкоголизма. И это все идет от чего? От того, что мы не создаем условия для наших детей. То есть самое главное творить на чемпионе, а здорову націю, яка займається спортом, фізкультурою. Конечно. И это ведь даст не только то, что наша нация будет здорова, это еще и даст рост экономики. Люди будут больше жить, лучше работать, качественнее работать. Государство не будет тратить деньги на то, чтобы содержать их по, там, на больничные тратить деньги, там, по временной потере трудоспособности. Это будет экономия тех денег, которые можно будет направлять в развитие экономики, в увеличение там, зарплаты, пенсии, стипендий и тому подобное. То есть мы не будем иметь вот тех коррупционных составляющих, как сейчас есть Министерство здравоохранения, когда мы там видим, как закупаются лекарства, как деньги там тратятся на то, чтобы повысить койко-место в больницах, да, а не на профилактику. Вот. Поэтому и сегодня, к сожалению, очень мало политиков об этом говорят. На сегодняшний день вот только я и говорю там, от имени радикальной фракции, радикальной партии о том, что какая есть проблема на сегодняшний день со здоровьем нации. Да, это не газ, это не нефть, это не электричество. Здесь вы не заработаете миллиарды, но это другие дивиденды, это дивиденды нашего будущего. Власне, от ми говоримо про те, що які види спорту сьогодні найбільше страждають без відсутності матеріальної підтримки тих же тренувальних майданчиків. От найгірша ситуація сьогодні все ж таки з гімнастикою. Де тоді найкращі умови? Ви у нас спортсмен, який багато років займався плаванням. Так, да. І брали участь в Олімпіаді, якщо я не помиляюся, у Лондоні в 2012 році. Ні, я був в Афінах, це 96-й рік, в Пекіні, в Сиднее, в Атланте, Атланта вот 90, то есть я был на 4 Олимпийских играх, вот, поэтому, вы знаете, сегодня ситуация с плаванием не лучше, вот, потому что бассейнов, хороших бассейнов, где можно тренироваться, можно посчитать по пальцам, базы вообще вот такой олимпийской базы полноценной в Украине нет там для плавания. Поэтому сегодня тоже мы видим результат, опять-таки, и в плавании. У нас на сегодняшний день лучшее место – это пятое. Поехало всего 7 спортсменов. Если раньше команда ездила человек там 25-30, ну, вот, не, там, пускай 25 человек, да, когда я тренировался, то сегодня поехало всего 6 человек. То есть сейчас проблема даже у спортсменов выполнить, как я уже сказал, норматив, не говоря уже за то, чтобы бороться за призы.
Вот. Сегодня мы видим, что большая часть, Америка сегодня занимает первое место по медалям. Большая часть из тех медалей, которые они заработали, они на сегодняшний день заработали 26 золотых медалей. Большая часть, львиная часть, это где-то около 17 медалей, они заработали в плавании. Вот. То есть они сделали упор на медалоемкие виды спорта. Плавание, легкая атлетика. И мы видим, что это работает. Вот. Более того, плавание – это один из самых массовых видов спорта, который много людей посещает. Плавание дает профилактику всем заболеваниям, львиной части заболеваний, от которых страдают люди, от которых умирают люди. Вот. Плавание – это спасение жизни на воде, это профилактика несчастных случаев. Вот. Поэтому много вопросов можно закрывать, развивая вот это вот направление. Знаете, государство говорит, да, у нас нет денег, чтобы решить эту проблему, инфраструктуру развивать, потому что есть там много других направлений или там приоритетные какие-то более направления. Хотя я не могу понять, что может быть приоритетнее здоровье и жизни людей. Вот. Хорошо, сделайте условия для бизнеса, чтобы им было выгодно и украинскому бизнесу, и бизнесу извне вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. И этого не хотят делать, потому что сразу находятся причины там, у фискальной службы или у Министерства экономики или финансов говорить, вы знаете, а это все экономические дыры, а это все они будут злоупотреблять, а нельзя так делать. Я говорю, хорошо, предложите как можно, чтобы не было экономических дыр, вы же знаете прекрасно эти все нюансы, а мы не знаем как. То есть мои варианты законопроектов им не подходят, и свои они не хотят предложить или как-то помочь в создании этого. И вот такой получается замкнутый круг. На яка найкраща ситуація, в якому виді спорту все ж таки на сьогодні, якщо, наприклад, дивитися по медалях, отримали нагороди, високі нагороди шаблістки українські, стрілець Сергій Куліш, також борець буквально Беленюк отримав срібну медаль і плюс гімнаст Олег Верняєв. Ви знаєте, от ті медалі, які зараз були завойовані, вони були завойовані не благодаря, а вопреки тем условиям, которые есть. На сегодняшний день в Украине не построено, даже, скажем, не только за время независимости, вот за 25 лет, а даже за 30 лет ни одного спортивного объекта за государственные деньги не было построено. Было реконструировано, было там отремонтировано, но не было построено ни одного спортивного объекта. Вот это вот плохо, потому что объекты либо разрушают, сейчас либо в разрушенном состоянии, либо в полуразрушенном, либо вообще полностью потеряны. И вот те же девочки саблистки, да, которые выиграли две серебряные медали, вот, я видел там, в каких условиях они тренируются у себя дома, в Николаеве, там, либо в других городах, но условий никаких. Вот. И к этому, кстати, был приурочен вот, мой социальный проект Help Sport, где мы сделали такой вот призыв, чтобы нам присылали фотографии разрушенных либо полуразрушенных объектов, чтобы сделать такой резонанс, знаете, в обществе и показать кабинету министра, там, нашим чиновникам, что смотрите, в каком состоянии спортивные объекты, давайте же что-то делать. И на сегодняшний день я надеюсь, что вот результаты на этих Олимпийских играх все-таки заставят кабинет министров посмотреть по-другому на эту ситуацию, чтобы все-таки создал кабинет министров программу развития физической культуры и спорта, потому что мы уже теряем наших детей, теряем их здоровье. У нас на 180 тысяч, вот за 15 год, на 180 тысяч людей умерло больше, чем родилось. Это первый момент. Второй момент, мы теряем наши достижения в большом спорте. Это уже край всему и крах всему. То есть по всем показателям мы отстаем. И спортсмены это были те единственные люди, благодаря которым формировался положительный имидж страны. Почем знают Украину? По каким достижениям? По Чернобылю? Вот, по тем военным действиям, которые у нас идут в стране, вот, и это плохие примеры. По положительным примерам каким? По тем, что наши спортсмены побеждают, они заставляют знать, узнавать нашу страну, с ней считаться и ее уважать, только благодаря им. А от загалом, під час Олимпиады, як, власне, реагували на українську команду у зв'язку з подіями, які відбуваються на сході? Да, там эти вопросы политичный вплыв? Нет, конечно. Там эти вопросы не поднимались, и все относились к спортсменам друг к другу как к друзьям, как к коллегам,
как к товарищам, друг друга поддерживали. Бразильцы, знаете, они вообще вот такая нация, они очень любят какие-то события, там, вот, они славятся своими карнавалами, да. И я смотрел, когда выходят спортсмены, бразилец это, не бразилец, все поддерживают, все болеют, и все там хлопают, свистят и переживают. Вот, поэтому спорт и вот вообще направление это здоровье там, нации, да, популяризация спорта, это как раз та тема, которая объединяет людей, независимо от их взглядов политических, от их каких-то там, приоритетов да, в каких-то направлениях. Нет, это то, что объединяет людей. И этим нужно сейчас пользоваться, чтобы объединить и общество внутри, и политиков. Вот, на примірі одної цілі, яку ми можемо поставити. Ціль – це здоров'я нації. Ви говорите про цей проєкт Health Sport, власне, щоб привернути увагу до резонансних об'єктів, які недобудовані в Україні, спортивні майданчики, або знаходяться у вкрай жахливому стані. Власне, на державному рівні вони мають фінансуватися? Чи можливо залучати там інвесторів, спонсорів для того, щоб вони своїми коштами могли добудувати ці майданчики? Розглядається такий проєкт? Звісно, це благодаря вот законам, которые были приняты, частно-государственное партнерство, когда государство выделяет землю, подводит коммуникации, а частный бизнес строит спортивный объект и на основе договора с государством они берут, например, его в управление, выделяют социальное время, на которое ходят либо школы близлежащие, там заниматься в бассейне, например, обучение плаванию, либо тренируется бесплатно детская и юношеская спортивная школа, выделяется время для там, малообеспеченных детей, для многодетных семей и тому подобное. То есть примеры всему этому есть. Было бы желание. На сегодняшний день нету такого желания. Вот. Сколько ни говори, сколько ни агитируй. Да, действительно. Вот знаете, такое впечатление, что сегодня пришли временщики. Временщики, которые видят себя в этой стране или там на своей должности год, два, три. Они не смотрят и не живут в будущем этой страны. И вот это вот плохо. Окрім проблем із спортивними майданчиками, тренувальними майданчиками, де могли б займатися спортом і вирощувати власне українських спортсменів для участі на Олімпійських іграх. Яка ситуація із тренерами, от із спортивними людьми, які власне і готують майбутніх чемпіонів? Ви знаєте, от сьогоднішній середній возраст тренера это где-то, скажем так, 55-65 лет. То есть это уже люди среднего и пожилого возраста. Вот. Почему так получается? Потому что люди, которые моложе, они не идут на те деньги, которые сегодня предлагают там, те же спортивные детские школы. Они занимаются чем-то иным, чи едут за кордон? Они, кто-то уезжает за границу, кто-то ищет себе другую работу. Вот. Тобто, по сути, Украина втрачает кадры. Да, очень много спортсменов, очень много и спортсменов, и тренеров сегодня защищают флаги другой страны. И мы, грубо говоря, соревнуемся со своими же коллегами, которые уехали 2-3 года назад. Вот. И совершенно не беспокоимся о том, а как создать условия, чтобы сохранить их здесь. Вот. Поэтому еще раз говорю... Тобто ви абсолютно не засуджуєте цих людей, ви розумієте, яка ситуація на сьогодні? Да, они уезжают не потому, что они там, знаете... ищет какого-то там тепленького местечка. Нет, это элементарная борьба за выживание. Потому что на сегодняшний день на тех условиях, которые есть для тренеров, выжить невозможно. Остаются уже те люди, которые ну, не видят себя, они не смогут там выжить, например, в той же там жарких странах, где Катар, там Арабские Эмираты или тому подобное. Вот. Они остаются здесь, потому что здесь уже там, у них есть их семьи, внуки, дети, и они видят себя в этой стране. Люди, которые моложе, которые беспокоятся там, о будущем своих детей и там, своих семьи, они постараются обеспечить себя в другой стране. Повертаючись до Олімпійських ігор 2016 року, що відбувається в Ріо, от вибрали участь і в попередніх Олімпійських іграх. Власне, якщо порівнювати, чим вам запам'яталося Ріо, Олімпійські ігри в Ріо? Ну, чесно говоря, это такая самая, наверное, неорганизованная Олимпиада из всех, которых я видел. Неорганизованная. Неорганизованная. Почему? Потому что я опять-таки общался с нашими спортсменами. Они говорят, мы когда сюда приехали, то приходилось самим убирать в комнате, мыть тряпками. Просто девочки говорили, мы брали тряпки и мыли полы у себя в номерах, вместо того, чтобы отдыхать после тренировок. Мусор не выносился, мы сами выносили мусор, потому что тут вонь уже начиналась. На голову просто капала соседнего, там, соседнего этажа вода.
Поэтому, говорит, когда уже там, когда начались Олимпийские игры, да, уже приходили люди и уже хоть начали немножко убирать в номерах и выносить мусор. Но вода так по-прежнему продолжала капать. Да, были большие проблемы и остались даже, знаете, с транспортными там, вот этими вопросами организации транспорта, потому что даже при мне все это было, когда бегали и не могли найти там какой-то транспорт, чтобы доехать на какой-то спортивный объект. Вот. И причем, ладно бы там день-два и все это нормализовалось бы, нет. День-два, три-четыре. Часто лунала и информация про крадежки. И да, и бандитизм в том числе, то есть безопасность в самой деревне обеспечивалась. Там было как туда, чтобы попасть, это как попасть в самолет. То есть проходили и просвечивали там и сумки, и одежду, и все что угодно. Вот. И охрана была хорошая, но только ты выходишь за территорию олимпийской деревни или за территорию какого-то спортивного объекта олимпийского, вот, все, за тебя уже никто ответственности не несет. И там уже и тренеры там, заграничные, там, шведские, там, американские, другие были случаи, когда и грабили, и спортсменов грабили, вот, и в заложники брали. То есть очень-очень много всего. Чему такий низкий рівень підготовки? Все ж таки залежить від країни, від приймаючої сторони? Да, я вообще удивляюсь, как можно было Бразилию выбрать страной, где можно было проводить Олимпийские игры. Потому что Рио-де-Жанейро всегда славилось своим бандитизмом, вот этими фавелами, где процветал бандитизм, наркотики и тому подобное. Вот. И выбирать такую страну для проведения самых масштабных событий в мире, ну, это было неправильно сделано, я так думаю. Ну и, власне, Олимпийские игры 2016 року запам'ятаються гучними допінговими скандалами. Ну, в общем, да, на самих Олимпийских играх их не было, да, но перед Олимпийскими играми, конечно, были такие моменты, что касается легкой атлетики российской сборной, да, вот, что касается тяжелой атлетики, вот, ну и я надеюсь, что это все-таки даст какой-то толчок для того, чтобы более внимательно относились к спортсменам, и знаете, лучше всего, конечно же, когда следят за тем, чтобы спортсмены выходили на соревнования уже чистыми и без всяких там допингов. Вот. А потом, когда уже они выступили, начинают там за ними охотиться и ловить их, это уже неправильно, я так думаю и считаю. Потому что, там, вот, например, случай, через там, 4 года спортсмена, который выиграл, например, золото или там, серебро, обвиняют в том, что он, или там говорят, вот он, мы взяли у него второй раз пробу, была проба положительная на допинг. Получается, что тот спортсмен, который был следующим, получает эту медаль. Но тот спортсмен, который был следующим, на допинг не брался. Может быть, у него тоже был допинг. Поэтому здесь нужно делать так, максимально делать так, чтобы спортсмены, которые выходят на соревнования, уже были чистыми. Вот, и нужно... Але ж их проверяют перед тем, как они выходят на змагання? Проверяют, но не всех. Вот, выборочно проверяют. Вот, поэтому здесь тоже вот эта ВАДА, она, в общем-то, как и любая международная организация, преследует определенные цели и лоббирует определенные интересы. Мы знаем на сегодняшний день, вот писал, да, о том, что когда российская сторона сказала о том, что хорошо, мы готовы предоставить вам своих спортсменов, вы предоставьте, пожалуйста, американцам нам своих спортсменов. Мы возьмем пробы тех допингов, которые у вас есть. Плюс еще европейские тоже специалисты. И резко, сразу случился несчастный случай, который уничтожил все пробы американских спортсменов за 20 лет. То есть одна уборщица случайно там уронила стеллаж, который упал как бы там по принципу домино, и все пробы допинг за 20 лет были уничтожены. Тобто, по суті, ці допінгові скандали, скажем, до них підв'язана не лише російська збірна, не лише Росія. Нет, не только Россия, конечно. Вы посмотрите, последний раз, когда ловили американскую команду на допинге. Да я не знаю такого случая. Были случаи там с легкоатлетами где-то в 2000 году. И то после того, когда он или сам признался, что он там принимал какой-то препарат, а он оказался запретным. Вот. Либо там по каким-то случайным обстоятельствам американских спортсменов вообще практически не ловят на допинге. Единичный случай за всю историю. Почему? Да потому что это тоже политика. Престиж страны, победы в таких крупных чемпионатах, как Олимпийские игры, это политика. А на майбутнє, на вашу думку, уникати оцих допінгових скандалів можна? І яким чином? Просто перевіряти всіх спортсменів, які виходять змагатися? Вы знаете, ну, опять-таки, была вот создана, да, как бы, вроде как международная организация, ВАДА, антидопинговая комиссия, якобы не подконтрольная, да. И... Ну, насколько она эффективна?
Ну вот, оказывается, что она неэффективная. Почему? Потому что тот же мельдониум, да, вот когда был скандал с препаратом мельдониумом, который принимали спортсмены из Восточной Европы, вот, а тот же препарат, только другое название, такое же заставляющее, все, американцы принимают, и им это можно делать. Возмущались тот же Фелпс, вот 20-кратный олимпийский чемпион, та же Серена Уильямс, они говорят, послушайте, что это за выборочность такая, когда мы можем принимать этот препарат, только он называется по-другому и делает его американская компания, а европейские спортсмены не могут его принимать, вот, потому что это, оказывается, не американский препарат. Получается, это ну, бизнес. Ту компанию закрывают, американская компания теперь работает, и все спортсмены вынуждены будут покупать этот препарат у американской компании. Это бизнес. И это несправедливо. Бизнес и Олимпийские игры, потребно, мабуть, распределять эти понятия, насколько это реально? Но опять-таки, все упирается в влиятельность страны в мире. Америка влиятельная страна. Через это Америка на сегодня має сколько? 26 золотых нагород. Я думаю, что да. Не все там так, знаете, не все так спокойно или не все так там тихо в датском королевстве. Вот. Поэтому у меня действительно большой вопрос к спортсменам, которые представляют Америку по поводу их чистоты выступлений в Олимпийских играх. Ну, будемо сподіватися, що наступні Олімпійські ігри, відбудуться, які відбудуться вже за 4 роки, принесуть більше нагород для української команди. Ну, ця Олімпіада ще не закінчена, тому... Буду сподіватися, що ще з'являться да, я надію, що все-таки наші скарбнички. Ми зможемо да, завоювати олімпійську медаль золотого, золотої проби і піднятися в рейтинги, підняти свою страну в рейтинги. Да. Спасибі за розмову. Денис Силантьєв, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.